На этих полотнах не встретишь городские джунгли или их обитателей. Здесь главные действующие персонажи – природа России и жители глубинки. Вот уже несколько десятилетий томский художник Сергей Павский изображает в своих работах лишь то, что ему уже давно знакомо. Я с детства там вырос, на этих речках. Там, собственно, путешествовал, там получал впечатление. Собственно, там появились темы для этих работ. Все 60 работ, представленные на выставке, не похожи одна на другую. И дело здесь не только в разных техниках написания и жанрах. Предметы вдохновения зачастую требуют особой манеры исполнения. Потому-то творчество художника и получается таким разным. На мой взгляд, у него все-таки своеобразное мнение. Вы видели, если некоторые картины очень реалистичные, то над некоторыми работами предстоит задуматься. То есть это либо какое-то фэнтези, либо его собственное видение, несколько необычное для обычного человека, для нашего посетителя. Я вижу, как люди стоят возле картин, размышляют, думают. То есть, действительно, наверное, в работах есть какая-то вот изюминка. Оценить многогранность таланта сибирского художника можно в Томском областном краеведческом музее. Персональная выставка Сергея Павского будет открыта для посетителей до 5 сентября.